9 января 1924 года родился знаменитый режиссер Сергей Параджанов, армянин, который жил в Тбилиси и прославил своим именем украинское кино в мировом масштабе. Так характеризовали гениального режиссера и сценариста. Международное признание пришло к Параджанову после экранизации в 1964 году повести Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков». Поэтическая повесть на грани реальности и сказки, действительности и воображения, достоверности и фантазии. Параджанов открывает в фольклоре, обычаях, обрядах самобытные культурные ритуалы, раскрывающие величие и трагедию личности. Мир по-новому открыл для себя Украину и Карпаты, узнал о необычных людях гуцулах. Именно тени стали точкой отсчета триумфов и трагедий Сергея Параджанова, а награды в Украине нашли героя только после смерти. «Украина мне подарила все, и Украина меня погубила», — грустно подводил итоги Параджанов. «Украина сделала его великим, а он Украину гениальной, потому что ничего подобного больше не было снято».